Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Hustle Castle. Ну что, толстячок, вылечился ты у меня там, нет? Немножечко осталось. Все, давайте его возвращать. Так, отлично. И давайте немножечко с вами пофармим кого-нибудь. Ну, этот совсем не годится. А вот это уже другой разговор, трояк. 106 тысяч мощей, так, золотые у него, смотрю, доспехи. Блин, я даже не знаю. Ну, давайте глянем, наверное, что он тут вообще из себя представляет хотя бы. Так, отлично. Дон Кихот, блин. Ланселот. Ну, как сказать, не то чтобы он настолько сильный. Ну, воин, да. С синеньким топориком. В общем, все дела. Давайте попробуем. А дальше уже будет видно. Понеслась, как говорится. Блин, осьминог, этот кракен у него там, а? Ну, началось, блин, все. Вояка мой долго не пожил, как вы видите. Уж больно лихо тут все у них идет. Смотрите, как происходит все. Хотя он в меньшинстве, не забывайте, всего 4 персонажа. И так легко разобрал у меня всех. Но, как вы понимаете, воин и магичка в золотых доспехах — это очень-очень большой перевес. Поэтому не секрет, что я здесь так быстренько проиграл. Ладно, давайте моих ребят отхиливаться поставим. Так, а пока тут можем пособирать. Дровишки у нас накопились. Так, деньги, улыбочки. Ну, естественно, еда. Ой, как мало у меня яблок, ребята. 73 тысячи. Это упущение с моей стороны. Кстати, да, может быть, арсенал нам усилить в следующий раз. Как вы думаете, а? Блин, хочется что-то такого, знаете, тоже кракена. Ядовитый ров, баллиста. Я могу, например, сейчас улучшить баллисту. Ага. А охранный ров не могу, потому что нужен арсенал 5 уровня. Печаль, конечно. Что же тогда нам делать, а? Или баллисту, или башню лучников. Ну, магические руны я не особо хочу. Даже вот и не знаю, что делать. До арсенала нам очень долго, до 5-го тем более. Это нужно копить там много денег. 2 лямзика, это еще 500 тысяч, но не забывайте, что нужна манна. Ну, манна, ладно, мы ее накопим. А, вот незадача-то, а. Так, ну что ж, давайте, наверное, с вами сейчас вернем своих солдат и пойдем на карту, еще раздобудем маленько деньжат. Все, хорош расслабляться, ребята. А, елки-палки, лучник у меня еще, блин, не вылеченный. Ну ладно, это сейчас все быстренько делаем и провернем. И думаю, надо будет пока посмотреть по карте, что мы можем сделать. Давайте глянем этого. Так, 69 тысяч денег у него. Здесь 11, может быть, его вообще сменить? Во, 195, это уже другой разговор. И 83 тысячи мощей. Да, ребят, наверное, мы на него сейчас нападем. Для начала, естественно, заберем в армию своего лучника. Давай, родная, возвращайся. Хорош тут уже кайфовать. Так, Нус. Что у нас с ним? 195, да? Ладно, как говорится, была не была. Посмотрим, что из этого получится. Началось. Ну, что я вам могу сказать? Для начала вроде бы неплохо. Я вызвал еще одного арбалетчика. Ну, в виде орка. Так, 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 хорош, ребята, успокойтесь, блин. А, разобрали мага одного. Давай, 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 давай. Ну, остался один маг. Да елки-палки, этот тут еще воскрес. Ну, справится, нет? Ну, давай, давай, давай. Маг, отлично, молодцы, умницы, справились. Так, и 200 тысяч, считай, у меня на кармане. Это уже что-то, это даже очень хорошо. Жаль, конечно, что у меня всего 40 тысяч яблок. Этого очень мало, ребят. Да нет, я не хочу никуда, не туда, видимо, отправил. Так, толстый, иди лечись. Магичка, тоже иди. Блин, с яблоками вообще напряг. Что же тогда будем делать? Повоевать у нас не получится. Блин, а до 2 лямов еще не хватает. 270 тысяч. Ой-ой-ой-ой. Засада, ребята. Это мое было упущение. Надо было, пока я отдыхал, периодически заходить, собирать яблоки.
Вот тупанул, конечно. Ну, что ж тебе поделать? Как говорится, после драки кулаками не машут. Хотя и драки-то никакой не было. Так, давай, Мак, возвращайся. Толстый по быренькому, давай, отхиливайся. Тронный зал у меня еще будет один день развиваться. И это долго. Так, что здесь у нас? Рубен, 77 тысяч, тут 98. Ну-ка, глянем его. Так, это у нас будет следующий, я так понимаю. Так, зеленый меч. О-о-о, тихо, тихо, парнишка, смотри. Зелени-то набрал себе. Немного ли? Надо тебя немножко, наверное, побрить. Так, ладно, толстяк вылечился, все отлично, можно его возвращать обратно в компашку. Да, если мы нападем на него, это будет наш последний бой. Да, да, более обидно, конечно. Не могу, хотел повоевать, хотел нормальную серию снять. Ой, елки-палки. Ну где он у нас, Рубен? Вот он. Давайте попробуем его разобрать. Что у нас из этого получится? Не знаю. Сейчас все будет видно. Слушай, погоди-ка, а по-моему не Рубен нам нужен-то был. Елки-палки, что я сделал? Не на того напал. Оу, да какого... Вы посмотрите, как-то... По мощам слабак, а какой нафиг слабак, у него 103 тысячи мощей, блин. Точно, ребята, я не на того напал. За что, как видите, и поплатился. Придурок, а. Ой, поспешил. Ладно, хоть очки минус, ПВПшные. И то ладно. Я вот теперь думаю, что мне делать-то, а? Яблок нету, 21 тысяча всего лишь. За один бой, по-моему, надо 30-ку выкладывать. Так, ладно, давайте, ребята, лечитесь, сейчас, может быть, что-нибудь придумаем. Сейчас отхилится, а мы пока глянем. Так, Рубен, дайте-ка мне на него глянуть-то. Ну ладно, здесь ничего особого такого нет, я смотрю. Ну здесь, в принципе, тоже. Ну, амулет, я думаю, не настолько прям дает преимущество передо мной. Так, далее, что здесь? Ага, все, понятно, ребята. У него синяя магическая броня на одном стоит. Здесь, сами видите, тоже зеленка довольно неплохая. Ну, понятно, почему я проиграл. Очень много зелени на нем. Намного больше, чем на мне. Так что и по мощам мы с ним были равны. Но перевес, конечно, в его сторону. Так что тут... Ага, вот, за бой нужно 22 тысячи. Ребят, мне нужна буквально тысячонка, и мы сможем с вами сделать еще один бой. Да, не задача. Так, деньжатки, улыбочки. Так, еда. Сколько? Ага, ну вот, 24 тысячи. Можем, в принципе, спокойно сделать один забег. Так, давай, лук, иди, лечись. Слушайте, а может быть мне лучника переделать обратно в мага? Какого-нибудь хиллера или ресерщика? Что-то тут арбалет сдает позиции, я смотрю. Толка никакого. Сейчас мы, ребята, подумаем хорошенько над этим делом. Давай, беги, лети со всех ног. Крафтите мне нормальные вещи. Надоело уже ходить в простых этих, в распашонках. Так, 2 дня, 12 часов. Долговато все, долговато. Ну что, они у меня отхилились. Давайте, давайте, толстяк, иди. Маги, лукари. Лукарь у меня красава. Перебазировалась она у меня все-таки в лучнике. Так, и давайте смотреть. Рубенчик. Так, ой, да у меня еще и магии нету. Ёпарасет. Да, далеко ли я собрался-то, а? Даже и не знаю. Ничего из этого, по-моему, не выгорит. И сменить не получится даже, а? Вот засада. Ну вот смотрите, да, практически одинаковый. Даже он чуть-чуть, немножечко отстает от меня. И разворотил меня, как, я не знаю, как тузик-грелку, просто порвал. Что можно тебе поставить, а, толстяк? Я думаю, наверное, ничего. Так, у тебя на здоровье и на крит стоит колечко. Красава. Да, ого, она у меня арбалетчик, значит, а амулет у нее стоит на магию. Ну хорошо, давайте тогда немножечко их переоденем маленько всех. Посмотрим, что можем поставить. Так, толстяк, у тебя, ну, в принципе, на житухе стоят. Что мы можем тебе заменить? Не, это мы не будем ставить однозначно. Здоровье, так.
А здесь на крит. Ну, это тебе и нужно, в принципе, как даггерчику обязательно. Магическая броня. Блин, да что такое-то, а? Даже не знаю. Крит. Ну, по любасику, без крита ему нечего делать. Он теряет сразу свою функциональность. Хотя у ворот тоже довольно неплохо было бы, но... Нет, все у него пока стоит нормально. Это вообще слабенький амулетик. До зеленых мы еще не доросли. Так. Сила магии и здоровье. Блин, ну ты же арбалетчик у меня, елки-палки, а? Так, что у тебя за посох? Угу. Ты, значит, у меня хиллер, Ирина. Давайте посмотрим, какой-нибудь, может быть, есть получше, который хилит достаточно больше. Так, нет, слабоват. И практически одинаковый, да? Нет, чуть-чуть получше он будет. Так, отлично. Что у тебя за колечко такое? Магический урон. Такое слабенькое, но лучшего у меня, наверное, и нету, да, ничего. Так, это на броню магическую, на уворот. На уворот. Тут сила магии. Все, в принципе, как бы нормально. Так, сделаем. Хорошо, пускай будет с уворотом. Далее, поехали. Так, ты у меня тоже хиллер с эпическим оружием. Но хилишь ты, конечно, слабенько, очень слабенько. Сила магии. Уворот. Колечко на ворот. Блин, тебе бы, конечно, другое кольцо какое-нибудь. Так, а у тебя? Ты у меня резальщик. Ага. Магический урон. Сила магии. В принципе, как бы все нормально. Никаких, в принципе, претензий к тебе нету. Если только посмотреть какой-нибудь... Так, слабовато все. Наносит врагу. Значит, ты у нас... Это на маг-дамаг идет. Поэтому, наверное, не будем ему ставить. По области. Ну, грубо говоря, 3 с копейками будет наносить. Тут 4. А здесь 3000 по области. Хотя по общему дамагу очень хорош. Опять, да что у меня столько этих всяких по области, по области, по области. Наносит врагу урон. Опять по области. Блин, надо тут избавляться, наверное, от половины вещей-то. Они, грубо говоря, ненужные. 3,5 урона. Так. Ну и вроде бы как все, да? Так. Хиллер. Опять же хиллер. Давайте, может быть, я не знаю, посмотрим по области. Ну слабенькое оно, 51 уровень. Что по общему дамагу слабо, что по атаке. Даже не знаю, стоит, нет. Так, а у тебя по области. То бишь ты будешь у меня облаком шпарить. По идее так должно быть. Здесь врагу наносит. Это то бишь дамагер. Магический урон. Да, в разы, конечно, больше, но это одному врагу, а там по области, ребят. Прошу не путать. Это хиллер. Ну, давай, может быть, так попробуем. Так, а здесь опять по области, блин. Столько зелени и, грубо говоря, фуфло все полное. Да, надо будет как-то все это почистить. Ну, врагу почти 7000 урона наносит, да? А у нас тут, смотрите, по 20, по 25 тысяч хп. Это сколько ему нужно бомбануть, если он будет без подхила. Ну, 5, грубо говоря,
5500 дамага будет наносить, если мы наденем. И опять же, смотрите, во времени. Ну, тут сразу наносит, а там 4 секунды. Это столько надо ждать, чтобы он наносил. Так, воскрешает. Слушайте, довольно неплохо, да? Воскрешает он. Это 2, и тут 12. Давайте посмотрим, как оно будет в бою выглядеть. Так. Ну, это мы менять не будем однозначно сферу эпическую. Да, был бы у меня еще какой-нибудь эпический шмот. Было бы вообще изумительно. Особенно, если бы броня была. Вот это было бы хорошо. Так, а здесь у нас все на хило идет. А он у меня рез. Иришка Ресальщик. Ладно. В принципе, ничего хорошего я больше не нахожу. Как бы я тут ни старался. Остальное все идет как хлам. Даже этот слабенький. И это тоже не пойдет. Так, воскрешает. А этот даже, ребята, воскрешать будет лучше. Смотрите. Вот так вот мы сделаем. Надеюсь, я вообще не прогадаю. Тут 5000 хп восстанавливает. Это мы все разбираем, потому что на самом деле уже бесит, если честно. Тут запутаться можно в этих посохах. Так, да какого хрена я сделал? Не то я хотел, ребят, надел. Ну, давай, да. Обратно одевай. Вот так, отлично. Брат. А этот мы разбираем. Так, 900, тут 994, это 992. Так, разбираем, наверное, да? Сейчас еще разок сравним. 1000. Этот. Давайте вот это разберем. Так, хорошо. Вот такой, ребята, ерундой мне приходится заниматься. Потому что яблок нету. В атаку я пойти не могу. Ну, а если уже идти, то надо хорошенько подготовиться к этому делу. Так, что-то не то я опять надел. Подожди, этот надо надеть обратно. Какой разобрать? Совсем уже. Сейчас бы сделал бы делов тут. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Ой, а внизу там не то уже идет. Ну, эти можно разобрать. Я думаю, что в них пользы сейчас никакой в данный момент. И давайте, наверное, давайте разберем. Черт с ними. Так, что тут у нас? Так, это пригодится. Тоже нужно. Неплохо. Так, вот этот топор, по идее, не нужен. И лук. Ну, у лука, смотрите, неплохие статы довольно. Да. Ну что же, у нас с вами на одну заходочку осталось яблок. Не знаю, на кого бы там можно было бы рвануть. Так, может быть, тебе все-таки в мага, а, ребят? Красава с арбалетом, все дела. Так, бронька не подходит, слишком слабенькая ты. Так, а из таких, из стареньких, ну-ка. Вот, давайте мы в мага ее все-таки. Да, довольно неплохие статы, отлично. И теперь подбеда, куда ты, что ты делаешь? Так, у нее так, сила магии и наоборот. Ладно, мы сейчас с вами подберем ей там посох. Хороший только надо выбрать. Надо вначале разобраться, кем она у нас будет. Дамагером, хиллером или рез. Хотя ресальщик у меня один есть. Нам нужен дамагер, скорее всего, или хиллер. И обязательно зеленка должна быть. Я имею в виду посох. Так, здесь у нас... Ну, давайте попробуем этот надеть. Хотя... Вот этот пожиратель, наверное, будет получше, да, ребят? Сила магии у него больше, общего дамага в секунду больше. И уровень больше, так что давайте его оденем. Ну, вроде бы как укомплектовались, если это можно так назвать.
Ладушки, собираем все, что здесь накопилось, и пойдем с вами на карту. Кого-нибудь все-таки накумарим разочек. И начнем мы, наверное. Так, подождите, Крис. Нет, это не то. Где у нас Рубен? Хотя, почему мы на нем зациклились? Давайте, вот, почему бы нет. О, да это вообще, это просто подарок какой-то. Сейчас мы его по-быренькому и расквасим. 97 тысяч, как говорится, не валяются на дороге, а нам они очень сильно нужны. Довольно все неплохо у нас идет. Так, он упал. Главное разбить магов. Ну, все, все, победа за нами, ребят, победа за нами. Отличненько. Итого у нас сколько в общей сумме получится денег? 1 800 000. Шикарно. Но проблема здесь в другом, ребята. Что мы не сможем с вами сделать, потому что нет работяг. Ладно, давайте тогда сделаем так. Небольшой перекур и встретимся немножечко попозже с вами. Ну что ж, ребята, вот мы и отдохнули. Продолжаем проходить Хастл Кастл. Ну что ж, давайте соберем казначей 19 уровня. Манна. Так, яблочки давайте мне. Ну вот теперь другой разговор. 340 тысяч яблок. Это мы сегодня с вами неплохо, так сказать, пошуршим. 6 часов 28 минут. У меня будет скоро готов тронный зал. Совсем немножко осталось. Ага, вот оно, значит, когда на меня напал чувак и украл у меня 200 тысяч. От жулик. Ну и хорошо, в принципе. Зато очки. Очки ПВПшные он у меня немножечко снизил. Так, вроде бы все, больше ничего нет у нас, я смотрю. Так, о, ребята, орки. Ха-ха, давайте с вами начнем, наверное, с них, с родных. Поехали. Так, довольно хорошо идет. Ох, ты все равно мне одного мага, ну хоть одного, но уронят, а? Жулики чертовы. Ладно, сундук уже у нас. Это радует. Так, давайте, ребята, идите лечитесь по Шурику. Так, я смотрю, вы мне подарки прислали. Спасибо вам огромное. Сейчас мы скоро ими займемся, ребятушки. Так. Забираем. Отлично. И отправляем. Естественно, надо отправлять. Запускаем, как говорится, нашу рулеточку. Так, и первый у нас кто? Ну, хорош тупить. Ну, что ты так долго? Доливар. А, деловар. Деловар. Так, не получилось. Хотя, все нормально, ребята. Шикандос. Так, Юрка, держи, братан. Теперь у нас Станиславчик. Малорик. Так, Тимурка. Давай, братан, продолжай играть. Укрепляйся, развивайся. Вервольф, отличненько. Еще пятеро осталось. Так, Юрка опять, Юрик. Держи, как говорится, подарочек. Декхед, нормально. И еще троечка у нас. Алексей Кожин. Нормуль. Игорь Золотуев. Держи, брат. И Краш Февер. Все, ребят, отправил. Со спокойной душой продолжаем играть. Забираем все, что здесь накопилось. Давайте, ребятушки, возвращайтесь. Я вас уже заждался, орки вас тем более там заждались. Так, дровишки, конечно же, улыбочки. И продолжаем бомбить этих гаденышей всех. Ну что ж, сегодня по сундучкам должен быть прибыльный денек у нас. Начинаем разбирать. Шикарно, как этого уложили. И остался лишь лучник. Все, хорош, выпендривался, ложись давай. Отправили его на тот свет, все нормально. И у нас, по-моему, 12 сундуков, да, ребята, 12. И причем я, не забывайте, получу синий сегодня сундук от самого этого мудреца за то, что отразил вторжение. Так что все у нас будет хорошо. Продолжаем, ребята, наверное. Так, погоди-ка. Ха, Рубен опять здесь, а? Так, и Санек тут какой-то у нас затесался. И, скорее всего, он у нас будет первой жертвой. Так, давайте-ка, наверное, вернем своих ребят обратно в отряд. Кто у меня там? А, нет, еще не долечился. Воин мой. Сейчас подождем маленечко и пойдем бомбить. Ну, наверное, бомбить мы будем, естественно,
Санька. Потому что орки от нас никуда не денутся. Это однозначно. Так, где он у нас? Вот. Ну, а 100 тысяч, как говорится, нам очень сильно нужны. Два лямзика у меня уже есть. Что очень и очень хорошо. Да, здесь, в принципе, все без проблем, как вы видите. Тем более, вот этот массовый фаербол очень-очень хорошо работает. Именно когда они стоят все в куче. Вообще просто шикарно. Все, победа за нами. Отлично. Немножечко их дохилим. 2 миллиона 117 тысяч у нас. Довольно неплохо. А опять же, только нет у нас работяги свободного. И давайте смотреть, что у нас в сундуках. Ресурсы. С этого. Опять ресурсы. Ну а в этом. Ладно, хорошо. Продолжим. Во, фиолетовая броня. Ну, простая, к сожалению. Ну, в данный момент мне уже любая пойдет, потому что я их сейчас разбираю на кристаллы, а за кристаллы я делаю себе крафт зеленки, что довольно неплохо. Отлично. И, как вы понимаете, ресурсы тоже не помешают, особенно в виде яблок, потому что нам нужно очень и очень много драться. Так, здесь у нас что? Ух, бронька. Опять же, простая, но тем не менее. Так, тут кисло как-то вообще. А здесь? Ну, дали булаву. Опять же, обычную. Так, кто-то здесь у меня появился. Големище. Решил поваров мне тут пошугать. Так, я еще сделал прогресс. Это хорошо. Давайте, ребята, возвращайтесь в отряд обратно. Орки нас, как говорится, ждут. Итак, переходим с вами на карту и продолжаем их бить. 79 тысяч мощей. Добавим себе магию. Отлично. Ставим сразу же на замену. Чтобы, как говорится, зря время не терялось. Будет у нас что-то делаться. Отлично. Ну и, естественно, продолжаем бить. Что у нас тут? Два танка и два мага. Ладно, хорошо. Я только одного здесь не пойму. Почему у меня воин где-то с краю? Обычно он всегда должен быть на середине стоять. А тут он почему-то с краю. Это очень плохо. Потому что лучники сразу и маги переключаются именно на центрального юнита. Почему он у меня с краю стоит, ума не приложу. Ладно, пускай похиляется маленько. Два сундучка у нас. Так, тут у нас что, улыбочки. Один день еще будет делаться у меня мастерская брони. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас. Так, броня опять же. Ну, простая, хоть фиолетовая. Пончик. На 16 уровень, ребята. Это у нас для поварят. Давайте-ка посмотрим. Так, в общем, это у нас что? Это, по-моему, у нас ожерелье, да? Не подходит. Так, а вот здесь вот вроде бы можно поменять. Так, вот он. Да, да, конечно, меняем, ребята. А это на 7-й, 610. 610, по-моему, слабенькая вообще. Это 910. Погоди-ка, давай глянем. 1000. Оу, а ты у меня, Снежана, почему вообще без всего? Непорядок. Как-то мое упущение такое было, а, ребята? Надевай давай пончик. Так, а лучше-то нету? Вот это, например, тоже неплохо. Ну, в принципе, наверное, и все, ребят. Нифига она у меня стояла без этого. Без ожерелья. Какого фига? Как я так упустил этот момент, а? Столько потерял яблок, а? За это время, блин. Ну все, орки, за это вам крышка. Все, я разозлился сам на себя, ну, в ответе будьте вы. Бомбим их. Бомбим бесщадно. Ну давай, 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 не рассусоливайся там. Я вот смотрю, как идет дамаг. Вообще что-то кисло все как-то идет. Давай, не лечись. Очень много промахов почему-то идет. Неужели у них там такой уворот офигенный, блин? Или у них магические броники там стоят, блин? Точнее, не магические, а антимагические. Чтобы урон им не наносил. Так, отлично. Сейчас он у меня подхилится маленько.
воин-то мой, и продолжим. Там еще у нас их куча целая. Давай, все, возвращайся. И тут совсем-совсем немножечко осталось подождать. Все. И продолжаем с вами поход на орков. 62 тысячи мощей. Трое их здесь. Сейчас быстренько раскумарим. Слушайте, а по-моему же здесь вроде было, как бы вам сказать, ускоренная атака. Или я чего-то путаю? Ну, то бишь, быстренько можно промотать. Слушайте, я, честно говоря, что-то не помню, но почему-то мне казалось, что такое есть. Так, ладно, главное, что мы их разбомбили. Маг у меня там очередной лежит. А, нет, нет, ошибаюсь я, ребята. У нас не на скорость атаки, а можно будет просто переиграть бой. Да. Хотя, по большому счету, могли бы сделать, да, но ускоренно-то. Если я уверен, что я его завалю, почему бы и нет. Так, тут 6 часов осталось, ребята. Всего лишь 6 часов. Вот так вот. Не буду я долго париться. Все, ребят, тронный зал я сделал. И теперь у меня до хрена что открывается из возможного. Ну-ка, возвращаем. Теперь мне нужно делать следующей целью, знаете что? Это, скорее всего, тренировочную бойцов. Да-да-да-да, ребята, именно она у меня будет следующим. Так, побежали, бомбим. Ух ты, ну главное, что тронный зал сделали. Все, теперь 4 дня он делался, блин. Опупеть. Теперь, как говорится, можно развиваться дальше. Все, я их разбомбил, даже не почувствовал, если честно. Пока тут думал вслух. Так, я еще сделал прогресс. Это, видимо, за постройку тронного зала. Так, что тут? Не то совсем нажал. Отлично, казарма. Так. Ёлки, 4,5, блин. Обалдеть можно. Забираем, естественно, здесь все. Эх, больше ничего не дали. Так, противостояние, но это все будет потом. Давайте вскрывать, смотреть, что здесь выпадет. Ага, все, ребята, у меня пошел металл. И это хорошо. Надо будет, наверное, теперь... Хотя, блин, мне и это надо, и то надо. Металл же тоже пригодится. Это для дальнейших построек. Без него нам ничего не светит. Ё-моё. Вот незадача. Что будем строить, то или это? Ну, для начала мы разберемся с орками, это естественно. 93 тысячи. Довольно сильные ребята, тем более их здесь 6. Может быть, даже без магии не обойдется. Поставил я ускорение на всякий случай, чтобы по-быренькому здесь их расклепать. Ай-та-та-та, куда ж ты падаешь? Ну резайте, ребята, резайте воина мне, блин. Нет, они все-таки решаются своими силами. Ну, хорошо, хоть победили. Так, сундук забрали у них. И, естественно, будем всех лечить. Давайте, бегите, 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 родные мои. Вы заслужили. Все здесь пособираем пока маленько. Так, и один работяга у меня освободился. Значит, можно что-то поставить на ап. А вот что? Нет, 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 не это. Так, лесопилка. Вот, ребята, шахта. Я шахту могу запиликать прямо сейчас. Ведь без шахты мы никуда, да? По-моему, нет. А это у нас пока все почему-то закрыто. Ха-ха. И еще склад железа. 3 миллиона 600, чтобы поставить. Очень и очень серьезные деньги. Тогда я думаю, то, что нам нужно построить с вами, знаете что? Лесопилку. Она всего 150 тысяч. Сколько будет делаться, я уже не помню. Глянем сейчас. А, глянул, ё-моё. А, ну в принципе 2 часа, ладно, хрен с ним. По крайней мере, у нас работяга будет в деле, а не простаивать просто так. Давайте возвращать. Да куда ты, ёлки-палки? Давай, возвращайся в отряд. Орки нас там ждут. Ну, а следующим, я думаю, все-таки надо будет делать железный этот склад. Не склад, а
рудник. Поехали. Так, подожди, надо добавить магию. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Все, отличненько. Давайте в бой. Быстренько их разбиваем. У нас там останется еще два орка. Ну, два отряда. Получаем синий сундук. Да ты посмотри, а, вот эти маги как жарят. Так, все нормально. У нас пока все под контролем. Бздеть нечего лишний раз. Все-таки положили моего воина, как говорится, на дорожку. Ну да и хрен с ним. Давайте опять лечитесь. Так, воин тоже пускай лечится. Он больше всего получил урона. Так, что у нас с яблоками? 270 тысяч. Да, есть возможность еще пофармить потом. А можно даже, знаете что, по-быренькому за 61 кристалл этот лесопилку сделать. Ну, завершить строительство. Жалко кристаллов, конечно, только. Так. Отлично. И тут тоже неплохо. Железо у нас начинается потихоньку накапливаться. 12 тысяч я уже насобирал его. Но этого мало. Очень мало. Так, Яромир, давай вот сюда мы тебя поставим, потому что так в разы быстрее закончится постройка. Вот смотрите, уже час 46. Возвращайтесь, братки. Все, все отхилились. Ну да, так что давайте возвращать их. И там осталось у нас... Ага, два вторжения только лишь. Ну, этих быренько сейчас разбираем. Потом еще одну заходочку и все. И начнем, наверное, с вами уже нападать на замки. Слушай, ребята, если честно, кто смотрит эти серии, напишите в комментариях, вообще нужно вот это вот мне снимать, как я дерусь с орками, или просто это снять, а потом при монтаже вырезать и уже просто показать конечный результат. Если кому не трудно, пишитесь, пожалуйста. Просто интересно знать мнение. Может, вы скажете, нахрен нам твои вот эти вот бои с орками, только лишнее время занимают. Я вас прекрасно пойму и будем уже без них делать. Так, ладно, сундук у меня главное есть. Это хорошо. Ну давайте, все. Слушайте, довольно быстро хилится. Очень быстро, поэтому хорошо. Так, одно вторжение у нас осталось. Влад слабенький. О, Николас нормальная. Нормально. Да и мощей у него тоже неплохо, елки-палки. Так, а здесь что у нас? Ну что ж, довольно неплохо, ребята. Пейджи Секс. Надо на него напасть. Орки от нас не убегут, тем более у нас остался он там всего один, бедненький, захудаленький. Пускай немножко порадуется жизни, а мы пока разберем Секса. Ну-ка, в бой. Ребят, еще раз хочу сказать, что ничего личного, если я на кого-то там нападаю из своих друзей, подписчиков. Ничего абсолютно личного, просто зарабатываю деньги и ресурсы. Так, бомбим, бомбим, бомбим. Ёлки-палки, этот осьминог еще кракен. Все, никак не привыкну, что это кракен. Так, все, отлично. 100 штук падает к нам на карман. Ой, какой 100 штук? 200 штук, ёлки-палки, что это я? Итого у нас почти 2,5 миллиона. Это уже хватает нам на обалденный ап какого-нибудь здания. Или на постройку нового. Да, конечно, маны я очень, магии много потратил, так что давайте заменять. Понравился мне вот этот вот фаербол массовый, так скажем, Армагеддон. Очень хорошо помогает. Так, давайте возвращать их. Так, отлично. И добиваем этого орка, чтобы он нам уже глаза не мозолил. 95 тысяч мощей, нифига, у них там отряд. Ёлки-палки, 4 воина. Нет, тут походу без магии не обойдемся мы, ребята. Вот так вот. Фаербол Армагеддон я точнее сделал. Ну, а маги тут, естественно, уже вообще никчемные. Слушайте, довольно неплохо вышло, да? И вот он наш синий сундук. Все. Теперь уже можно заниматься абсолютно другими делами.
не бояться, что уйдут эти орки от нас. Так, что у нас тут выпадет? Ух ты! На 30 уровень, да ладно, хорош издеваться надо мной, блин. А здесь что? Ну, понятно, ресурсы. Ну, синий, давай, не подведи меня. Так, лук, причем простой, да ну нафиг. Вот чего-чего, но лук я меньше всего хотел получить. Ну что же. 2,5 ляма у нас денег, золото. Манна почти полная. Дрова тоже почти в притыжку. С железом только проблемы. Ну что ж, давайте теперь искать кого-нибудь. Влад. Нет, не пойдет. Николас, по-моему, мы с вами на него уже напали разок. Получили люлей. Или нет? Ну, в любом случае, давайте сделаем разведочку. А, да, ребят, у него очень много мощей, поэтому мы на него тогда не напали. Ясно, давайте тогда смотреть других. Да что такое-то? Опять это не туда нажал. Так, стоны. Нет, Лукас. Да ну нафиг, что такие слабенькие-то все? Точнее, не слабенькие, а очень мало денег. 49 тысяч мощей. Ну это вообще просто на один удар он лежит. Давайте смотреть тогда здесь, Дэн. Фу. А ну-ка. Во, вот это уже другой разговор. 91 тысяча у него. Слушайте, может быть, все-таки попробовать. Так, Кракена нету. Это дает мне дополнительный шанс его разобрать. Сейчас я магией бомбану. На-ка. Заморозочка сработала, все шикарно. Разобрали воинов. Дальше дело идет за магами. На-ка. Масухой, как говорится, бомбанул. Все. 200 штук у нас в кармане. Прикольно. Итого у нас уже 2,642. 2,643,000. Довольно неплохо мы с вами идем. Так, давай сюда улыбочки. Идите, хильтесь помаленечку. Так, ну а мы, наверное, с вами, ребята, может быть... Погодите секунду. Тренировочно бойцов. Да, надо будет ее запускать обязательно в дело, чтобы воины мои уже могли развиваться дальше. А то мы встали на 55 уровне и никуда дальше не двигаемся. Так, стоны. Эх, даже не могу его заменить, ребята. К сожалению. Я вот, кстати, не могу понять, почему некоторых можно поменять, сменить врага, а других нельзя. От чего это зависит, так я и не понял. Ну-ка, давайте глянем. А, ну мы же смотрели его, да. Тут на один удар можно даже, наверное, 3 моими воинами его разбомбить. Так, Николас. Хе-хе, сменим, может быть, его. О, неплохо поменяли. Все фиолы. Ну, я так понимаю, а нет. Воин у них с синим мечом. Но 119 тысяч от него можно поймать, если его разбомбить. Так, все, давайте быренько обратно в отряд. У нас с вами сейчас будет важное задание. Разбомбить врага. Где он там, я уже забыл. Ага, вот он. Фух, как говорится, удача смелых любит. Нету Кракена? Нету. Так, можно... Давайте фаерболом, наверное, массовым. Опа! Так, что-то не прокатило немножко. Ладно, давайте ускоримся маленько. Ну что же, я скажу вам одно, ребята. Мы его разобрали. Кстати, что-то мы так довольно быстро его воина разбомбили. Я даже, честно говоря, и не увидел, как все это произошло. Все, 119 штук. У нас практически 3 ляма, ребята. 2,763,000. Слушайте, это очень хорошие деньги. Единственное, теперь их сохранить. Так, все, дерево у нас полностью забито. Мы ничего не сможем сделать.
Так, ладно. Ну давай, 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 быстрее отхиливайся, блин. У нас еще 128 тысяч ябок, ребята, осталось. Просто про. 79 тысяч имеет. 112 штук. Так, последняя моя магия, ребята. Вы сами понимаете, к чему я клоню. Смотрим Игорюху, значит, делаем разведочку. 78 тысяч мощей. И, естественно, мы с вами на него нападем. Сейчас только заберу своих ребят в отряд. Давай, воин, возвращайся. Так, здесь, по-моему, нет, не здесь. Вот он. Ну и нападаем на него, естественно. В бой идут одни профессионалы. Правда, я не смотрел оружие у него, но, в принципе, я думаю, для нас это как-то не особо... Тихо, тихо, ты там разошелся, я смотрю, не на шутку. Давайте. Лучника вызвал я, орка. Все, победа за нами. Все прекрасно. Кстати, да, я когда заменил арбалетчика на мага, как-то лучше пошло дело у меня. Давайте, ребят, быстренько поставим на отличку. У меня, кстати, два прогресса выполнило. Надо будет забрать оттуда сундуки. Ух ты, синий сундук, нормально и простой. Так, убейте указанное число бойцов. Еще два бойца, и я получу еще один сундук. Колечко. Угу. Это на дровосеков у меня. И кольцо на... Да. На 24 уровень. Таких у меня еще пока нету. Они все максимальные, по-моему, 20 и 15. Хрень. Полнейшие причем. Ну, кстати, да, надо будет и эти здания развивать. Как ни крути, далеко мы не уйдем. И все, что ли? Ага, вот. Остался все-таки один у нас довольно приличный. Арбалет, маг. Оу, зелени немного. Соблазн денег меня подкупает напасть на него. Так, а здесь нету этого дурачка? Нет. Ну что же, можно, в принципе, на него, наверное, и напасть. Давайте посмотрим, что выгорит у нас с этого боя. Последняя магия у меня, как видите. Это две брони никчемные. Давайте последнюю, наверное, активируем. Ну, надо, нет. Пока вроде бы без нее справляемся. Хотя фиг с ним, для подстраховочки активирую. Ну что же, сделали мы его, Блэк Джека. И еще 200 тысяч получаем. Все, по-моему, у меня, да, ребят, 3 миллиона накопил я себе. И 2 сундука заработал. Ну, на прогрессе я имею в виду. Так, все. Идите, лечитесь со спокойной душой. Делаем тренировочную бойцов, ребят. 5 дней, ё-моё, 6 дней. Нет, 5,5 дней будет делаться. Да охренеть, блин. Ёлки-палки. Там у меня этот... Я же забыл, что делается. Давайте так, быренько, за кристаллы. Все, отлично. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Только лишь для этого, ребята. Так, тренировочно бойцов. Обалдеть. 5,5 дней. Грубо говоря, неделю будет делаться. Ёлки ты палки. Офигеть. Да. Я сам в шоке, ребят, конечно. Но главное, что в этой серии мы сделали с вами очень полезное дело. Накопили деньги и запустили процесс улучшения тренировочных бойцов. Что у нас здесь в сундуке? Посох. Слабенький. Ладно, ну а в этом понятно. Ну что, дорогие мои, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока. До скорых новых видосиков. И удачи вам.